Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет объявил о старте международного интеллектуального конкурса «Все дороги ведут в МАДИ». Учитывая эпидемиологическую ситуацию, он пройдет в дистанционном формате. Как стать участником, расскажем. Все дороги ведут в МАДИ – знаменитый вуз, который дает знания и квалификацию инженера по дорожному строительству и смежным специальностям. Это профессия, востребованная во всех отраслях дорожно-коммунального хозяйства. 11 факультетов, учебно-исследовательский центр, полигон, комбинат питания, медицинский центр, благоустроенное общежитие и спортивный комплекс. И все в центре Москвы. В удобной транспортной доступности. Шанс стать студентом ведущего технического вуза – такой конкурс, в том числе для российских соотечественников, проживающих за рубежом. Попробовать свои силы могут учащиеся выпускных классов школ, гимназий, лицеев, колледжей и техникумов. Участие бесплатное. Онлайн-регистрация уже началась и продолжится до середины января. В конце того же месяца пройдут отборочные испытания. Их проведут в форме онлайн-тестирования. Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте института. Там же все подробности. Победители конкурса получат право на бесплатное обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, а также гарантированное место в общежитии и стипендию. Она, к слову, одна из самых высоких по Москве.